Всем привет! Сегодня будем готовить рулет из лаваша с ветчиной. Это шикарная закуска на праздничный стол. Она очень красиво смотрится, она вкусная. Также можно это просто готовить в обычный день вместо бутербродов. Готовится она абсолютно несложно. Понадобится нам, естественно, ветчина 300 грамм, майонез, вот такой сливочный сыр, плавленный в ванночках. Желательно брать в ванночках. Он просто более такой пластичный, легче мажется. Зелень. Нам понадобится листья салата. И зелень любая. Укроп или петрушка. Я взяла смешанный. Пара зубчиков чеснока, но это по желанию. Можно один, два. Можно вообще не добавлять. Как бы просто с ним вкуснее. И овощи нам понадобятся. Я взяла перец и пару помидоров. Можно взять огурец, можно взять что-то одно, либо все сразу. Это по вашему вкусу. Все сюда подходит и совсем будет вкусно. В первую очередь мы подготовим. Сначала нам нужно сделать соус для смазывания лаваша. Для этого мы выкладываем плавленый сыр. Добавляем майонез. Нам нужно будет вот этим соусом смазать два лавашика, поэтому количество регулируйте сами. Сюда же мы добавляем чеснок. И все это нам нужно вымешать в однородную массу. Также сюда по желанию можете добавить соль или перец. Это все на ваш вкус. Соус готов. Мы дадим ему настояться, чтобы чесночок отдал свой аромат в него. В это время мы займемся овощами и зеленью. Все подготовим, нарежем. Вот таким образом мы подготовили овощи. Зелень мелко-мелко нарезали. Помидорчики на небольшие вот такие долечки. Это буквально 3-4 миллиметра толщиной. Думаю, понятно. Болгарский перец, если будете его также использовать, на вот такие широкие, да, длинненькие долечки. Ветчина максимально тоненькая. Как только вот сможете нарезать, так и нарезаем. Листья салата мы оставляем целыми. Теперь будем собирать уже сам рулетик. Для первого слоя выбираем самый хороший, красивый лавашик, чтобы не было дырочек, разрывов. И теперь вот этой смесью нам нужно его промазать половинкой. Одну половинку размазываем, вторую оставляем на второй лаваш. Хорошенько все промазываем до самых краешков. Теперь будем раскладывать листья салата. Вот с одного краешка начинаем. Откуда мы будем его заворачивать, собственно говоря? Вот так, чтобы было все красиво и достаточно равномерно. Теперь начинаем раскладывать кусочки ветчины. Примерно вот таким образом должно получиться. Теперь этот слой мы накрываем вторым лавашиком. И постарайтесь его вот так вот хорошенько прижать, потому что листики салата, они немножко торчат, чтобы они, ну, принялись, прижались, может быть, слегка сломались. Вот так. И теперь второй лаваш мы также промазываем вот оставшимся соусом. Все то же самое, равномерно. Теперь поверх вот этого слоя высыпаем зелень. Также все аккуратненько и равномерно. И сверху выкладываем помидорчики. И последним у нас идет болгарский перчик. Теперь лавашек нужно скрутить в рулет. И обязательно постарайтесь скручивать максимально плотно, чтобы он у вас не свободный, не бултыхлялся там. Вот так потихонечку, потихонечку. Должен получиться плотный рулетик.
Теперь рулет нужно оставить, чтобы он пропитался у нас. Если вы торопитесь, вам срочно нужно на стол подавать, то оставляем при комнатной температуре. Если не торопитесь и вам через несколько часов он понадобится, то его лучше всего положить в холодильник. Для этого нарезаем на 2-3 части и кладем в холодильник в пакетиках. Просто чтобы он стоял, ждал своего часа, пропитывался. Ну, вот так должен полежать примерно минут 30. Ну, я, собственно говоря, подготовила уже, все порезала, разложила по пакетам. Отрежу кусочек, чтобы вам показать, как он выглядит в разрезе. Режем мы их небольшими кусочками, это примерно 1,5-2 сантиметра, чтобы было удобно, чтобы он у вас не разваливался. Вот так он выглядит в разрезе. Красиво, нарядно. При этом он очень вкусный. И готовить его, думаю, так, ну, несложно. Попробуйте сами. Уверена, вам тоже все понравится. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.